Сегодня я буду готовить салат из зеленой фасоли. Вот такая баночка консервированной фасоли. Для салата мне еще потребуется лук, чеснок, сметана, майонез, соль я возьму морскую, перец и смесь для салата. Здесь находится лимонная кислота и сушеные травки. Я слила воду с консервированной фасоли. Сейчас мы добавим наши специи, соль, чеснок и приправочку салатом, где присутствует лимонная кислота, чеснок, лук. Добавляю ложку сметаны и ложку майонеза. Все тщательно перемешиваем и оставляем пропитывать. Вот так выглядит салат из зеленой фасоли. Очень вкусный. Вырезаю очередной цветочек. Снова показываю свои серпантинорезы. А продолжаю вырезать вот этим моим первым серпантинорезом. Морковку. Делаю на морковке 4 угла. Или как вот, как правильно сказать. 4 грани. О, неправильно выразилась. Делаю на моркови 4 грани. И так это не гремит. И вырезаем цветочек. Вот уже совсем другие грани на этом цветочке, где или как другие лепестки на цветочке.